А тогда я продолжу традицию длинных и правильно, медитативных песен. И, собственно, хороший ответ на то, где зимуют дожди, это песня «Тундра». Хорошо. Опять же, ми минор. Очень длинная песня. Очень хорошо. Можно закрыть глаза и поспать. Загляни в летние дни, в мир ночной, где нет луны. Эти дни живут в мечтах, забытые во
большое. Дима, я выключаю тебя. Что? Мила Кириевская и ансамбль «Где зимуют дожди». Ух ты! В составе Игоря Лазарева, Ивана Лавриненко и Богдана Лавриненко.